Может быть и психолог добрый человек. Вообще нет психологов, нет астрологов, есть только наставники. Попытайтесь это понять. Наставники. Раньше люди бегали к наставникам, потому что только наставник может помочь. Может помочь не человек, наполненный знанием, а человек, наполненный мудростью и молитвой. Ну, как бы вот, вот здесь как раз такое место, где психология соединилась с этим понятием. И поэтому здесь культивируют таких вот наставников именно. Но надо бежать именно к доброму человеку, когда тебе плохо, понимаете? Потому что через доброго человека действует Господь. Это может быть и специалист, такое случается. Но именно надо к доброму человеку бежать, не к тому, кто понимает, что сказать, а к доброму человеку, потому что через доброго человека, через его сердце действует сам Господь. Попытайтесь это понять. Не через того, кто хочет на тебе деньги заработать, не через того, кто хочет что-то повешать на уши, а через того человека, который хочет тебе помочь. Вот в этом заключается квалификация. И хоть когда человек хочет помочь, Бог сам действует через этого человека. И если вы прибежали, когда вам плохо, к такому человеку, то вы спасены, потому что вы наполнитесь счастьем, вы почувствуете, что у вас все нормально пошло в жизни, потому что вы получили ту силу, которая вам нужна для того, чтобы ваше чувство собственного достоинства встало на место, и ваша жизнь начала жить так, как надо, правильно. То есть человеку не хватает силы. Понимаете? Или вы идете в храм, какой храм, где искренне молится к Богу, где искренне его любит. Я разок в Донецке мне говорит: ну, Олег Геннадьевич, ну съездите, пожалуйста, ну сколько можно лекций читать? Ну съездите, у нас здесь святое место есть под Донецком. Я такой, ну я не поверил. Говорю, ну ладно, давайте съездим. Приехал туда, и все, и началось. Вот, как бы выхожу из машины, смотрю, люди, признак святого места, люди. Какие? Ла-ла-ла-лай-ла-ла-ла. Ну, то есть, реально, то есть, наполнены, они такие, наполненные. Я думаю, так, воду попробуем, вода очень сильно показывает. Я такой к колодцу близко, местному там, раз только воду пью, нектар. И увидел, что там очереди стоят, как человек уже ушел из жизни, святой, как его, под Донецком. Засима, да, святой Засима. Вот, уже в очереди все стоят там просто преклониться к его изображению. Ничего себе, думаю, вот это я попал. Святое место, потому что у нас там стояли сердце, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла. И понеслась. Ну, то есть радуется сердце, все, ты получил вот эту милость Бога, то есть получил контакт с личностью, которая спасает твою судьбу, потому что она наполнена этой силой любви. В этом ценность заключается. Ну, то есть, ну, ты должен учиться чувствовать это, ты должен быть предрасположен к этому, для этого нужно практиковать, изучать, кто такие святые люди. Или, допустим, ты изучаешь, кто такие, что такое природа, допустим, изучаешь это, и природа тогда будет давать тебе счастье. Кто такие люди, люди будут давать счастье. Цель в этом.